Здесь предлагают посетителям развитую инфраструктуру, гостиницы, кафе с блюдами национальной кухни и массу увлекательных развлечений. Один из популярных маршрутов Карачаево-Черкесии – туристический комплекс «Медовые водопады». О том, как здесь можно провести время, туристу расскажет Алла Качиева. Незабываемый отдых в горах. Здесь можно почувствовать магию ущелья реки Аликоновки и силу медовых водопадов. Горный воздух, прозрачная вода, аромат трав, мощь скалистого хребта манят туристов со всей страны и даже зарубежья. И причем число желающих попасть сюда растет в геометрической прогрессии. Этому способствует помощь и поддержка руководства Карачаево-Черкесии. Да и сам руководитель туристического комплекса «Медовые водопады» Муса Баташев воплощает креативные идеи, чтобы приехавшим отдыхать было комфортно. Комфортно, интересно и полезно. 3 года назад до курорта провели современную дорогу. Здесь открыт этнографический музей, сувенирный магазин, работает ферма «Альпак». Процентов на 30-40 туристов стало больше. Во-первых, нет куда без добра, видимо. После этих санкций все санатории на Каменводах, они 100% сейчас заполняемость, а санатория порядка 140. И примерно столько же гостиниц. Ну, не считая частного сектора, куда идет размещение. А потом Карачаево-Черкесии, на Каменводах 1 200 000 проживающих, ну, соседние регионы. Ну, и вот день сейчас проходит порядка 2000 человек в день. И все они, как правило, проходят через музей. Он открыт. И думаю, что туризм очень сильно развивается. Здесь можно покататься на лошадях карачаевской породы. Насладиться природой сверху и получить дозу адреналина можно на самом длинном зиплайне в России. Туристы признаются, что этот удивительный уголок природы Кавказа расположен среди величественных гор и зеленых лесов. Шум воды здесь становится музыкой, а старинные предания оживают перед глазами. Я бабушка вот этих 4 внуков, и это моя дочечка. Приехали мы из Пятигорска. Мы сюда уже не первый раз приезжаем. Бесподобная республика. Такие люди здесь гостеприимные, добрые. Кому не подойдешь, всегда все объяснят, все расскажут. Вообще, мы очень любим сюда приезжать. Мы очень часто сюда приезжаем. И каждый раз удивляемся новым постройкам, новым посадкам, чистоте. Ощущать свободу и скорость, исследуя природу и окружающую среду, туристы могут, катаясь на квадроциклах. На этом виде транспорта можно попасть в те места, где обычные автомобили не могут проехать. Есть экстрим-парк «Медовые водопады». Это отличное место для проверки своих способностей в экстремальных видах спорта. Пешие прогулки по окрестностям, где можно пройти через леса, каньоны и равнины, также предусмотрены. Игорь Борисенко прилетел из Москвы. Ну, на самом деле, сюда пришли из Кисловодска пешком по тропе. Место шикарнейшее, погода и люди вообще просто великолепные. И я бы, на самом деле, всем рекомендовал, вот у меня сегодня юбилей, у меня сегодня 55 лет, день рождения, и я бы всем рекомендовал встречать свои юбилеи в горах, с палками, с прекрасным воздухом, прекрасной водой, прекрасными хичинами, ну и как же без айрана. Вообще всех благ этому месту и тем людям, которые сюда приходят. Спасибо огромное. А в знойную жару, какой было это лето, десятки туристов наслаждаются под самими водопадами. Пробуют блюда национальной кухни. Употребляют они и духовную пищу, посещая Карачаевское подворье. Желаем процветания. Конечно, культура очень интересно, все это быт, вот этот очаг, вот это собрано столько интересных вещей старинных. Это все завораживает на самом деле. И огромная благодарность всем, кто это создал, потому что там вот это подворье, да, допустим. Сейчас вот я давным-давно была на Медовых водопадах, и не было вот такого прекрасного, ну, как оборудования, да, не было. А сейчас просто потрясающе. Конечно, процветание. Конечно, всего самого доброго и огромная благодарность вам, всем, кто это организовал и кто за этим, за всем, как сказать, ухаживает и следит. Многое сделано, но еще и многое предстоит, делиться планами Муса Баташев. Хочется сделать так, чтобы на Медовые водопады хотелось возвращаться вновь и вновь. Алла Качиева, Либастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.